Все-таки рядом с двумя минутами ситуация. Но мне кажется, судья немножко простил, что ли, гостей, потому что... Попала в ворота. Вопрос, будет ли она засчитана, остается. Именно поэтому я не возобил, а зафиксировал достаточно спокойно. Вот, буквально вот заклевали туда, занесли. Честно говоря, тачдаун, а не гол. Но вот, пожалуй, это из той же самой серии. Во-первых, Радулов попер сюда на пятачок, полез, не ушел. Позицию выиграл. Да тут две спины армейцев практически от всех шайбу закрыли. Они могут вбивать ее ворота до самого утра. Ну, я не вижу. Непонятно. Мне кажется, что должна быть защита шайбы. То есть я не вижу особых причин для того, чтобы защита. Ну, а с этого повтора вот уже все точно видно, что надо защита. Чтобы ее отменять, да. Мне кажется, надо защиту шайбу. Я с тобой соглашусь. Но можно посчитать, что движение вот такое туда было умышленно, да, которое шайбу подвинуло и привело к этому рикошету. Ну, или что-то вроде того, что находился в площади вратаря, там еще и немножко толкали. Находился. Да, находился. Это тоже правда. То есть гол назревал. Армейцы здорово опять же начали второй период. Все 30 секунд провели в чужой зоне. Ну и сейчас мы, по-моему, узнаем, защитная шайба или нет. Засчитали.